Всем привет, меня зовут Анюта, и я снова рада вас видеть на канале Нутопой. И я уже показывала вам этот самодельный сюрприз Hair Dorbles, сделанный специально для канала My Toys Pink. Здесь есть Лиза, Потап и маленький Степа. И также другие сюрпризы, даже под этой дверцей. Если кто-то еще не смотрел это видео, ссылочку я оставлю в описании. И Лиза прислала мне вот такой подарок, который я сегодня хочу открыть вместе с вами. Ой, здесь еще наклейки. Посмотрите, какие. Я хочу сказать огромное-огромное спасибо Лизе, что прислала мне этот подарок. Мне он очень нравится. И это красавица Райан. И вот он, сюрприз Hair Dorbles с мальчиком и девочкой. Как я о таком мечтала. Тут есть вот такая вот типа молния. И сначала достану куколку. Вот такая красивая куколка. У нее здесь косички такие. И волосы радужные. Здесь на платьюшке циферка 1. И такие штучки на ножках. Наверное, носочки. И они разные, посмотрите. Даже один короче, а другой длиннее. Ой, а что это у нее на глазках? Тени такие интересные, как шашечки. И вот этот носочек тоже. Вот такая красивая куколка. И она может даже на шпагат садиться. И давайте откроем мальчика. Ой, какая комнатка тут еще. И мне кажется, это школа. Да, точно, это школа. Посмотрите, здесь шкафчики. Книжки валяются и какие-то бумажки летают. Ой, а это можно поднять. И вторая. Смотрите, как прикольно получилось. И давайте откроем первый сюрприз. Это подставочка, наверное. И тут еще какие-то пакетики и еще что-то. Это, наверное, ролики для нашего мальчика. Ставьте лайк, кто умеет кататься на роликах. Это картинка нашей девочки Райан. И посмотрите, здесь написано, что ее лучший друг Логан. Значит, нам, наверное, Логан попадется. И второй сюрприз. Откроем. Опять подставочка. И пакетик. Ой, здесь медалька. И еще что-то. Не знаю, что-то в баночке. Ну и наклеечки. И смотрите, медалька за первое место. И она расстегивается на липучке. Значит, ее можно на шею прицепить. И я забыла вам показать вкладыш. Вот какие куколки здесь бывают. Вот Райан, которая у меня. Мне очень нравится вот это. Тоже красивая. Да, все они красивые, в принципе. Третий сюрпризик. Ого, это шлем. И еще одна наклеечка. А это защитный шлем. Видимо, Логан катается на роликах. Нам как раз ролики уже попались. И четвертый сюрприз. Это что, светофор? Ого, а это что такое? А это заколка вообще. И еще какая-то машинка. А, это кубок, наверное. Здесь флажок еще сзади. И на вкладыше Райан была нарисована с этим кубком. Значит, это ее кубок. А может, она просто помогает своему другу. А теперь откроем самого мальчика. Вот какой. Такие волосы у него синие. Ой, тут посмотрите, у него прическа такая, как будто бы выбрит затылок. И здесь такой, как бархат. Очень модный парень. И здесь посмотрите, шкафчик с его вещичками. И оденем этого мальчика, Логана. Защитный шлем. И поставим его на подставку. Вот такая спортивная парочка у меня появилась. И еще раз большое спасибо My Toys Pink за такой классный подарок. Подписывайтесь на мой канал, кто любит самодельные сюрпризы. И всем пока! Всем пока!